Дакладна невядома. Жанчына Жыткавічаў, у якой выявілі каранавірусную інфекцыю, зараз праходзіць дадатковыя даследаванні. Іх вынік павінен канчаткова пацвердзіць ці абвергнуць выпадак захворвання. Нагадаем, жанчына звернулася ў Жыткавіцкую центральную районную больницу за допомогой с симптомами пневмонии. Зараз при таким захворванні обовязково робится тест на коронавирус, які показал становчы вынік. Гэта адбылося ў суботу 21 сакавіка. Жанчына была накіравана ў Гомель, дзе зараз праходзіць курс лячэння ад двухбакового запалення лёгкіх. Находится в организации здравоохранения города Гомеля. Состояние ее стабильно. Вся медицинская помощь необходима ей оказана. В какой-то дополнительной помощи республиканских или других специалистов она не нуждается. Все лечение согласовано на республиканском уровне. Состояние у нее стабильно. Усе особы, якія были в контакте с захворевшей, а их 36 изоляваны. У выпадку канчаткового подтверждения наявности коронавируса у жанчыны за контактными протягнутся назирания с боку медперсоналу на протягу наступных 14 дзён.